вода через низ, и они тогда легче выйдут сюда. Здорово, братва. Пришло время продать мою лайбу. И чтобы ее продать, я вытащил свой Alpine дорогущий. Я ж не буду его отдавать. И нам надо в штатку вставить. Сейчас я вам ее покажу. И башка-то. Вот она, штатная. Урал. Смотрите, как нульцевая. Кассетная. Но у нас есть проблема. Нам нужен переходник на провод. Сейчас будем решать, либо там это где-то есть, может быть, это уже переходник стоит, либо придется покупать. Братва, поменяли балалайку, вот она стоит, Урал. Стоит как должна, четенькая, новенькая девочка, вообще целочка. Сейчас едем, надо поменять лампочку, заполнительную стойку перегорела. Полная подготовка идет, вытащить провода, то, что остались от САБа и все остальное. И положить коврик нужно в багажник резиновый, чтобы все было по стопу. И, в принципе, лайба готова на продажу, прощаюсь со своей малышкой. Нажми, говорит, на стоп. Разбирается в бардачке. Поебота. Ну, короче, заначку нашел вот такую. Ну как раз здесь. Акцент 2, наверное, да? А что ты сейчас делаешь? Ага, лыжечки его качал, блядь. Блядь, тачка не качится? Да нет, вроде. Ты на тормоз жми рукой, если что. Пацаны, поднял бабла. Не знаю, куда мне столько? Сейчас продаю акцент, думаю, что взять. Нравится крузак 200. Кстати, хотите знать, я его поднял? Подписывайтесь на канал Bushman Production. Там есть умные мысли, как можно поднять вот столько лавеки. Вот столько, столько просто вот. Братва, поменял магнитолу, поставил штатку, потому что моя дорогая, родная, алпайновская. Поменял магнитолу, снял САБ, выдернул все провода от САБа. В общем, поменял все, привел к стоку, антенну повесил. Антенны у меня не было, потому что, ну, она вообще не нужна, радио не слушает, она только болтается, мешается, по колхозному смотрится. Привел машину более-менее в сток, осталось только передние карты с динамиками и занижение. Машина на продаже, на Авито висит. Ссылку могу внизу оставить, кому интересно, можете посмотреть. Может быть, еще не продаться к этому моменту, может быть, кого-то заинтересует. Машина отличная, вообще неприхотливая. Ну, я решил ее сменить, уже пора, 5 лет на ней ездить, все продаю и буду что-то искать новое. Поэтому подписывайтесь на канал, смотрите дальше и будет дальше видно, что я возьму. Все, уезжает моя лайба. Волнительный момент, жалко ее. Поехала малышка.